Так, ну а еще напомню, что с нами живет такой беглец, к которому наконец-то пришла шлейка и GPS-трекер, про который я, собственно, хочу вам немножечко рассказать. Почему, блядь? В чем, собственно, сложности с этим трекером? Короче, вот это вот говнище, не пугайся, я купила на Озоне. И все говорили, что эта штука типа до 10 метров видится и вообще прям моментально обновляется, все в порядке, не потеряли ни одного животного. Так вот, уважаемые господа производители GPS-трекеров, не надо пиздить. Сегодня утром, по крайней мере, когда я отправляла гулять к Брушу, пыталась отправить его гулять, техподдержка написала мне, что оказывается разбег до 20-30 метров. Ну, собственно, в случае с котом я считаю, что это фатально. Если честно, если как бы честно писали о том, что продаете, мы бы в жизни это не купили, на это не понадеялись, не стали бы даже тратить время. Поэтому от души не рекомендую, господа.